Панорама и масштаб. Для того, чтобы применить эффект панорамы и масштаб, нам нужно выделить наш видеоролик или фрагмент, обратиться к главному меню инструментарий, добавление видеоэффекта. Затем в соответствующей категории выбрать эффект панорама и масштаб левой клавишей мыши. Затем нажать ОК. Слева вы сразу видите в списке ваш эффект. В заготовках справа, нажав на стрелочку, вы можете выбрать заготовленные настройки. Это небольшое увеличение, большое увеличение и так далее. Но можете их сделать также сами. Например, возьмем вот этот кадр. Мы можем сделать наезд, то есть взять более крупный план. Также, например, мы хотим взять лицо, зажимаем левой клавишей наш бегунок на шкале наезд, делаем немножко наезд, затем переходим на шкалу по горизонтали и поправляем, как нам нужно. Затем по вертикали мы берем более крупнее наш план. Вот такой у вас эффект получился. Например, вы его выбрали, закрываете. И на протяжении всего ролика, в моем случае это не подходит, у меня немножко другой ролик, но на протяжении всего ролика у вас будет именно крупный план взят. Поэтому вам нужно будет посмотреть каждый фрагмент. Обычно это делается не на всем ролике, а на каком-то определенном фрагменте. Просто берется масштаб чуть-чуть побольше, меняется панорама.